Эй, hello, привет, Пен. Похоже, что-то серьезное. Портал открылся посреди поля сегодня, и мы понятия не имеем, что на том конце. Вау, пугающе. Я отправила лучших своих пони, чтобы они выяснили, что это и зачем оно здесь. Судя по всему, они знают, что делают. Выглядит вполне безопасно. Вперед! Все в порядке, они знают, что делают. Наверное. Ну вот, все под контролем. Приветствую вас, пони! Зачем эта свинья в шляпе к нам обращается? Да тише ты! Меня зовут Flame Majesty. Я с планеты Земля. Я являюсь лидером королей Брони. Мы проникли в вашу вселенную по двум причинам. Первое — полный контроль Эквестрии. И второе — магия, которая бы изменила нас и сделала теми, кем мы себя видим. Если вы правда думаете, что... А? Что? Видите? Именно! Мой истинный облик — это Flame Majesty. Что? Слушай сюда, Селестия, мы захватили элементы гармонии, без колебаний сможем их уничтожить. Ну, видимо, у нас нет выбора. Теперь верни нам Твайлайт и остальных, кем бы они ни были. А что по поводу полного контроля над Эквестрией? Я не позволю вам этого, Флейм. Да что ты себе! Привет захватчикам! Слушайте сюда, пони-придурки! В Эквестрии отныне новые правила. Это, конечно, не сильно изменит вашу жизнь день ото дня, но... Мы поглотим всю силу единорогов, чтобы стать теми, кем мы себя видим. Все остальные нам не интересны и будут отправлены морским транспортом или пущены на колбасу, мы пока не выбрали. Мы с Трикси хотим плыть морским транспортом! Все в порядке? Слишком тихо. Слишком? Слишком тихо. Пен, они нашли меня, не знаю как, но они нашли меня! Открой дверь! Здравствуйте, сэр, меня зовут Снэппи. У вас есть минутка поговорить о нашем боге и спасителе Flame Majesty? Ты что, уже сдался, что ли? Не особо-то ты сопротивлялся. Ну да, а чё, элементы гармонии пропали, все остальные пони мертвы. Сдаться не так уж и трудно. А может нам и дать им отпор? Ну типа, хоть чуть-чуть? Сложно будет. Давай. База сопротивления брони. Продолжение следует.